1 100 000 человек перевезли пригородные поезда в Башкортостане за 4 месяца года. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2022. За последние 8 лет этот показатель является рекордным. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Рост перевозок на внутренних маршрутах в РЖД связывают с запуском скоростных поездов «Орлан» и «Ласточка» на южном и западном направлениях. Увеличились и перевозки поездами дальнего следования. За 4 месяца 250 тысяч человек. Количество контейнерных поездов выросло в 2,5 раза. С начала года компании республики отправили 79 составов. При этом общий объем перевезенных грузов снизился на 3% до 7 миллионов тонн. Из-за геополитической ситуации существенно сократился транзит химии и минеральных удобрений. Тем не менее, предприниматели находят новые рынки сбыта. В текущем году расширена география перевозок, отправлены новые контейнерные поезда. 30 апреля текущего года отправлен первый контейнерный поезд с грузом натрий карбонат башкирской содовой компании по маршруту Стерлитамак-Наушки. Для наращивания пассажиропотока и перевозки грузов РЖД планирует реализовать в республике ряд инвестпроектов. В частности, построить вторые пути на участке Иглино-Дема на южном обходе Уфы. Еще один проект – завершение реконструкции Уфимского ЖД вокзала. В частности, ремонт подземного перехода до платформ. Глава республики Ради Хабиров заявил о необходимости реализации этого проекта. Объект находится на самом деле в муниципальной собственности, а подпорная стенка ГУП Уфа Водоканал. Значит, необходимый объем финансирования составляет в текущих ценах порядка 75 миллионов рублей с ремонтом подпорной стены и непосредственно самого перехода. Нет, а вот нельзя это разделить. Вот с ГУПом мы будем разговаривать, а вот подземный переход сколько он стоит? 25-30, вот такой порядок цифр на сегодняшний день. Напомню, в прошлом году российские железные дороги инвестировали 4,5 миллиарда рублей в инвестпроекты в Башкортостане. Ранее госкомпания представила проект реконструкции здания Уфимского ЖД вокзала за 4 миллиарда рублей.